Ежегодно во всем мире 11 апреля отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю на Аллее Славы прошел традиционный митинг у памятника «Непокоренные». Они, пройдя бараки и колючку, поставили себе святую цель. Пусть нам не довелось, но будет лучше. На всей планете жизнь ее детей. К сожалению, все меньше остается живых свидетелей Великой Отечественной. Прежде всего, это дети войны и малолетние узники фашизма. Именно к ним были обращены все теплые слова в этот день. Тяжелые детские воспоминания они пронесли через годы. Их жизненный подвиг служит нам нравственным уроком. Пережив страшные испытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. Низкий поклон всем узникам концлагерей. В общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Ленинского округа сейчас 32 человека. Несмотря на возраст, они активно участвуют в воспитании подрастающего поколения, оказывают помощь в проведении различных мероприятий. И хотя говорится, что время лечит, но забыть ощущение, когда веяло холодом и пахло голодом, невозможно. Прошло уже очень много лет, но ужасы войны с ними навсегда. Бабушка, акцент ее был на всю жизнь. Ее возглас, говорит, привезли и лежит уголек, обтянутый кожей. И только руки трясутся, и глаза бегают. Ну, у нас была семья-то. Отец сразу ушел на войну, а мама осталась с нас. Четверо детей увозили, угоняли нас. Вот. Потому что они жили в нашем доме, немцы. И потом нас угоняли. В моей жизни, кроме концлагеря, я еще присутствовала при расстреле еврейского населения. Была вырыта глубокая яма, и все наше население из деревни, значит, пригнали туда под дулом автоматов. И деревенское население присутствовало при расстреле еврейского населения. Завершился торжественный митинг возложением цветов.